Готовим заварное тесто. В сковороду наливаем молоко, добавляем сливочное масло, соль и сахар. Доводим до кипения. Добавляем муку, активно перемешиваем, при этом заваривая тесто. Наше тесто готово. Выкладываем в миску. И даем чуть-чуть остыть. Тесто чуть-чуть остыло. Взбиваем миксером и добавляем яйца. Тесто готово, вот такое. Выкладываем на противень и равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 200 градусов. Выпекаем до румяной корочки. Наш корж готов. Вытаскиваем. Убираем бумагу и заворачиваем в рулет. Даем остыть. Пока остывает наш корж, готовим крем. Сливочное масло взбиваем с ванильным сахаром и постепенно добавляем сгущенку.
Наш крем готов. Наш корж остыл. Смазываем кремом. Выкладываем банан. И заворачиваем рулет. Отправляем в холодильник пропитаться на 2 часа. Наш рулет готов. Сверху засыпаем сахарной пудрой. Желаю всем приятного чаепития!